Всем привет с Солчанского, теперь уже Чугуевского района. Я решил все-таки заехать на Агромолл Фест, посмотреть местные локации. Тут говорят, лабиринт классный. Все-таки времени немного. Я думаю, за полчасика управлюсь и постараюсь вам показать, что здесь самое интересное. Здесь ребята постарались, организовали немаленький паркинг. Места всем хватит. Сегодня середина недели, народа немного, мероприятий особых как бы на сегодня нет. Витаем у Агромолла. Пойдем смотреть. Вот такие вот пирамидки, трактора. Есть место, где присесть на вот этих блоках. Честно скажу вам, думал, они помягче. Блоки довольно жесткие. Здесь на территории есть также туалеты. Ну, вот пожарная машина стоит на всякий случай. Сейчас в Харьковской области погода жаркая. Всякое может быть. Чтобы немного потренироваться, есть маленький лабиринт для начала. Такие вот башни. Надо все посмотреть. Ну, пожалуй, я заберусь на эту пирамиду. Попробуем, получится ли без рук. Мне кажется, что нет. Действительно, без рук не получится. Блоки около метра. Ну, воркаутом я не занимаюсь, даже немножко запыхался. Вот отсюда как раз классно видно, что у нас здесь есть на территории. Ну, во-первых, вот резинки там. Генеральный источник, куда я, собственно, уже добавляюсь. Водички набрать. Тоже туалеты отдаленные. Башенки, трактора, пирамидки. Это, походу, какой-то маленький лабиринт. А вот это как раз большой лабиринт. Мы попробуем в нем немножечко поблукать. Чего боже. Я, собственно, забрался на самый верх пирамиды. Вот он я. Пойду сейчас все-таки посмотрю еще несколько локаций. Вот что-то мне хочется вот в эту башенку заглянуть. Прям человек-паук. Опа. Пойдем смотреть башенку. Блин, тут, наверное, тоже без рук никак. Ух, блин. Ладно, залазим. Вот такая вот у нас Агромолловская крепость. Ну, думаю, длительный обстрел артиллерии она не выдержит. Трасса с Харькова на Старый Салтов. Спускаемся. Спускаемся в стиле Человек-паук. И мы внизу. На самом деле продукция Агромолла у нас как бы довольно неплохая. Вчера купили шоколадное масло. И можете представить, его можно есть. Хотя обычно оно просто несъедобное. Ну, стоит отметить, цены, конечно, довольно высокий, но хорошая продукция не может стоить дешево. Лабиринт. Нас встречает коровка. А мы направляемся в лабиринт. Вхит и выход. Ну, попробуем. Да, тут, конечно, надо поблукать. Поставим на паузу. В общем, блужу уже второй час. Пытаюсь найти выход. Дело шло к вечеру. Я опять в тупике. Смеркалось.
Я все еще здесь. Но я думаю, в этот раз я на правильном пути. И вот, кажется, я уже практически выбрался. В итоге, наверное, минут 15 у меня заняло прохождение этого квеста. Прикольно на самом деле. Здесь также оборудована сцена и зрительский зал. Интересная локация, думаю, будет популярна в ближайшие несколько недель. Думаю, до дня города, дня незалежности это все разбирать не будут. Самый большой лабиринт Харьковской области. Ну а я буду направляться дальше на дачу. Всем спасибо. Всем пока.